Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с процедурой термолечения от Revlon Professional. Термолечение будем производить на серии Interactives. Это серия, которая удерживает и контролирует влагу внутри волоса за счет молекулы гидрокэпчур, которая входит в каждый продукт. Перед тем, как провести процедуру термолечения, термовосстановления волос, мы предварительно определяем заданную длину нашего клиента или модели волос, отступая 4 сантиметра от корня головы, выбираем себе длину фольги. Длина фольги выбирается только так, чтобы не было короче длины волос, только длиннее, но не короче, чтобы весь волос лежал на поверхности. Первым этапом будет являться это мытье головы шампунем серии Interactives от Revlon Professional Hydra Rescue Repair. Данный шампунь будет восстанавливать и регенерировать фибру волоса и подготовит нам волосы к дальнейшим процедурам, к дальнейшему восстановлению. После того, как мы вымыли кожу головы и волосы данным шампунем Hydra Rescue, который входит во всю систему нашей сегодняшней процедуры, мы делим голову на 4 части. Мы разделили голову на 4 части. Затем мы приступаем к выполнению термовосстановления. Каждую часть мы еще делим на 3, при этом закалывая оставшиеся волосы. Визуально себе представили вот этот вот участок, что мы его еще разделили на 3 части. Отделили участок волос в нижней затылочной зоне. Подкладываем фольгу под прядь. И наносим кисточкой для окрашивания наше средство, восстанавливающее, о котором мы будем с вами подробнее говорить чуть позже. Сейчас мы смотрим, как процесс нанесения и техники, процедуры. Наносим так, чтобы кончики были распределены ровно по фольге. Нигде их вот так вот не закручиваем. Выравниваем полностью структуру волоса. Отступая от корней 5-4 сантиметра. Берем следующий кусок фольги. Накрываем сверху обработанную часть термовосстанавливающим средством. Загибаем кончики и аккуратно прижимаем ладошками. Вот в таком порядке у нас должны быть все волосы обработаны. После того, когда мы обработали все волосы, каждую отдельную прядь завернули с двух сторон в фольгу. Получилось у нас в итоге 12 запечатанных прядей. То есть 24 фольги вы должны нарвать предварительно, учитывая длину волос, отступая 4 сантиметра, 5 сантиметров от корня. Затем вы берете утюжок, выставляете на 120 градусов от 80 до 120, в зависимости насколько поврежденные волосы у клиента. Чем повреждённее, тем температуру выставляем больше. Если мы присмотримся в маску, мы увидим здесь мелкие частицы жожоба. Под тепловым воздействием эти частички будут плавиться, глубоко увлажнять.